И все ответственные за созданные вчера, созданную вчера ситуацию понесут заслуженную ответственность. Прощения не будет никому. Каждый, кто вчера отличился, получит по заслугам. Это мы, Дагестан. Они это мрази. Вы жалкие, звероподобные трусы. Вот погром. Вот сейчас за погром они будут отвечать, а за это не будут отвечать, потому что мы не видим этого факта. Поэтому то, что случилось, то случилось. А вот перезагрузить и направить правильно развитие нашего общества в нужном пути, давайте мы будем это делать все вместе. Спасибо.